Как будет проводиться реконструкция филиала Третьяковской галереи? Губернатор Самарской области, руководитель комиссии по культуре в Госсовете Дмитрий Азаров и министр культуры России Ольга Любимова обсудили планы работы на этот год. На встрече был затронут ряд тем, которые волнуют все регионы нашей страны. В частности, это развитие детских школ искусств и театральной деятельности. На встрече обсуждались также проекты, которые важны для Самарской области. В том числе это открытие филиала Третьяковской галереи. Глава региона отметил, цитирую, «Мы рассчитываем, что строительные работы и работы по благоустройству прилегающей территории завершим в текущем году. А уже в 2022 году, после введения здания в эксплуатацию, начнет работать филиал».